Друзья, мир вашему дому, всем доброго здоровья. Я уже несколько лет в постах, в группе, даже видео было, показывал свой, ну, такой незапатентованный способ интересной разработки земельных участков. В этот раз, значит, хотел поделиться тоже тут интересным таким событием. У меня возник вопрос, значит, в помещении, сейчас мы пойдем посмотрим, были клетки с козами, где, значит, они там долго жили. Я там не убирал. Ну и представляете, там вот этот слой запрессованный, уже там навоза и земли, и сена перемешанный. Было очень сложно. Этим летом не успел. Думаю, на следующий год, думаю, сделаю. Вот. Ну и, а как его ковырять? Он там весь такой слеженный. И вот что я придумал. Смотрим. Итак, для того, чтобы, значит, разработать там вот этот весь слой слежавшийся, разрыхлить его, да, мне пришлось, значит, эту клеточку дополнительно, так скажем, укрепить, вот, ну, закрыть тут, она была как бы досточки, тут я все закрыл, чтобы ничего не видно было, и посадил нашего товарища, любителя, значит, все разрыть, потому что туда нужен был именно такой работник, который бы делал это с удовольствием. Итак, смотрим же, что он наделал. Я когда потом через некоторое время пришел, я в шоке был. Мама дорогая, что ты тут наделал? Тут все перерыто настолько, что как будто тут, я не знаю, тут ракеты тут взрывались, тут воронки такие, вот они. Ужас просто. Но с другой стороны, что могу сказать? Значит, это бывшее помещение, здесь эти козы были. Вот. И тут тоже в соседнем помещении, в клеточке. Все разрыл. Кричило. Ну так-то ничего, ему нравится, молодец он. Собственно, вот здесь вот он себе устроил такую, как плацкартное место, что ли, вот под низом, нижняя полка. Вот, ну, что-то он тут немножко подразрил. А так интересно было, почему-то именно под этими яслями он, значит, себе лежанку придумал. Вот, ну что ж, он с заданием хорошо справился. Вот, конечно, тут, ну, перерыл все, что можно было. В принципе, не страшно. Значит, все это потом летом я вывезу, мне уже не придется ковырять, потому что тут все уже будет рыхлое. Вот, ну что ж, говорю пока всем. Пока-пока. Скажи, обращайтесь, если кому надо. Вот такой способ можете применять у себя. Для того, чтобы, да, он никуда лишнее не вылазил, вот пришлось мне тут везде щитами всякими загородить. Но это все временно, это я потом все раскручу. Вот. Ну все, давайте. Всем добра. Пока.